Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня 9 февраля 2023 года. Приступаю делать очередную композицию из металла. Кованый ёж. Идею нашел на просторах интернета. Это ёж будет сделан на металлическом постаменте. И высотой будет в районе 35 сантиметров. Следующий на очереди у меня будет сразу же после изготовления ежа. Тоже очень интересная работа, которую я буду делать впервые. Тем самым она будет очень интересная. Такие работы мне еще не доводилось сделать. Это будет скульптура Бабы-Яги. Ступе.
Все, ежик готов. В ручках он держит одуванчик. Остается его зачистить, подготовить к покраске, красить и патинировать. И вот такая улиточка. По-моему, получилось очень неплохо. Всем удачи, до свидания.